dead. All radio is dead. Привет всем! Очередная встреча городского портала ИКБ.ру с миром художественной татуировки нашего города. И сегодня мы с вами находимся в очень необычном месте, в эту студию «Знак судьбы», и будем общаться с мастером Александром. Александр, добрый день! Как вы пришли к этому? Как вы начали заниматься татуировкой? Начал заниматься в армии, а потом просто переросло, и вот переросло это, собственно говоря. То есть теперь это ваш бизнес, ваша основная вид деятельности? Нет, это вообще не бизнес. Ну, как это бизнес, конечно, но, как бы сказать, отношение больше как не к бизнесу, а как средству изменить мир. Интересно. Каждая татуировка имеет огромное смысловое значение, и важно сделать, можно не просто денег заработать на человека, а важно сделать что-то такое, что действительно изменит жизнь у человека. И поэтому, когда мы разговариваем, мы находим те моменты ключевые, ради чего человек хочет сделать себе татуировку, для чего ему татуировка. Появился какой-то знак на теле, она уже тем или иным способом будет влиять на жизнь человека. Ну, соответственно, менять судьбу. То есть вы считаете, что каждая татуировка – это не просто рисунок на теле, а какое-то смысловое значение должно нести? Именно так. Что там будет нарисовано, как там будет нарисовано, барабан абсолютно. Важно то, что такая вибрация заложена на человека. А если внести правильную вибрацию, то и твой разум, твое мышление будет вибрировать нужное мышление, что тебе нужно ради того, чтобы родить что-то, что-то нет. Какие бы вы советы дали тем, кто хочет сделать первую татуировку? Посмотреть атмосферу вообще. Какая атмосфера? Пообщаться с мастером. А почему у вас все равно татуировка? Каждая татуировка имеет огромное смысловое значение. И кто приходишь, я его даже только не пришел, мне нужно тебя почувствовать. И поэтому, чтобы я мог человека почувствовать, должен быть, ну, чтобы свободный. Есть, может быть, какие-то интересные, смешные случаи или обычные клиенты? Очень часто бывает, так вот, приходит на татуировку, мы начинаем разговаривать, возможно, делаем, просто или не делаем, а потом гипс начинает приходить, просто поговорить. Ко мне приходит не человек, ко мне приходит душа, в моей душе. Вот душа в душе, напрямую общаемся. Мы разговариваем, находим какие-то общие моменты. Пришел в эту жизнь ради вот этой цели, а он забыл про эту цель. Мы в процессе разговора объясняем эту жизненную цель. Бабки нету, развода, детей рожают, замуж уходят, женятся. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами находились в студии «Знак судьбы», общались с Александром. Спасибо большое. Общались, между прочим, не только о татуировке. И помните, прежде чем сделать первый татуировку, обязательно хорошо поговорить. С вами был Дмитрий Волков. Thank you.